Учиться никогда не поздно. Этот постулат снова подтвержден. На этот раз преподавателями Староскольского технологического института МИСИС, главной кузницы в подготовке кадров для горно-металлургического комплекса Белгородской области. На днях они завершили стажировку, в рамках которой посетили основные подразделения ОМК. Такую возможность комбинат предоставляет вузу с 2015 года. Первый год у нас проходили стажировку преподаватели металлургических, кафедр металлургии, металловедения, прикладной механики, автоматизации информационных систем управления. Потом следующий год, 16-м, у нас там уже экономисты присоединились, в этом году управленцы присоединились. То есть уже как бы больше сферу охватываем именно преподавательского состава. Все это, я думаю, что вам в вашей работе по подготовке студентов очень сильно пригодится. Потому что одно дело, когда просто теоретически преподавать, причем технологии и оборудование уходят вперед постоянно. Да, и чтобы как бы успевать за этим, через год надо будет повторять эту стажировку, потому что новый постоянно внедряется. В первом полугодии 2017-го стажировку на промышленном предприятии прошли 27 человек. В течение 2 недель преподаватели, профессора, доктора наук знакомились с реальным производством, побывали в первом сортопрокатном электросолеплавильном цехах, а также управлении главного механика. Экскурсии в цеха – важная составляющая в повышении квалификации педагогов. Я на предприятии уже не была много лет, проходила там студенткой практику, конечно, очень много в то время узнала о комбинате, но вот сейчас освежила свои знания. Конечно, очень интересно мне было побеседовать со специалистами в управлении главного механика, потому что я сама преподаю дисциплины теоретическая механика, теория механизмов и машин. И было интересно узнать, какие новшества, как идет процесс эксплуатации, ремонта машин и механизмов. Для меня это очень важно, конечно, чтобы в будущем моим студентам уже не отвлеченные давать какие-то примеры, а конкретные. Стажировка – возможность получить информацию из первых рук. Благодаря более полным представлениям о работе крупного металлургического предприятия, преподаватели смогли подготовить для ОМК настоящих профессионалов своего дела. Особая значимость для нас, конечно, это подготовка преподавателей, которые готовят металлургов, прокатчиков, ремонтников. Для нас ОМК – это живая лаборатория, где именно воочию можно посмотреть, как организовано, что делается, что нового. Я хотел бы поблагодарить компанию «Metal Invest», которая не только принимает наших преподавателей на стажировку, помогает понять ту или иную специфику, то или иное производство, те или иные технологии, но и за то, что создают очень сильную материальную базу здесь у нас в институте. Открытие научных лабораторий, где студенты именно занимаются не только изучением той или иной, освоением той или иной специальности, но и есть возможность заниматься наукой. И вот сейчас создание сталеплавильной лаборатории, создание новых, совершенно новых лабораторий, которые позволят взаимовыгодно работать и нашим ученым, и, конечно, специалистам ОМК. Я думаю, такое сотрудничество только будет приносить пользу и как комбинату, и в целом государству. Опыт Староскольского технологического института МИСИС в области стажировки преподавателей на промышленных предприятиях планируют распространить на другие вузы региона.